касательная в нее и навстречу угу. ПМВ. То есть вы не были в мертвой зоне? Нет, я, в принципе, так и ехал по трамвайным путям. То есть, получается, вас водитель просто не видел, да? Получается так. Удар один, удар второй. И смотрю, Volkswagen мне в дверь в итоге так и въехал. Забудь, как я понял, Toyota начала перестраиваться. Skoda начала очень быстро ехать. В итоге Skoda отбросила. Uh-huh. BMW, где сработали подушки безопасности. А потом Volkswagen. И Volkswagen, соответственно, в меня въехал. Uh-huh. Ну, я ехал по своей полосе в сторону речного вокзала. Uh-huh. Еще делал поворот, начал перестраиваться. И в этот момент... Причем я, не, видимо, в мертвой зоне оказалась машина. А, то есть не видели, да? Да, я ее не видел. Маша, она да, черканула меня. Убирайте машину. Я отлетел достаточно.